Акселератор проектов реализуется в рамках поддержки территории присутствия госкорпорации «Росатом» с 2019 года. Его цель – вовлечение жителей в социальную проектную деятельность. В Центре поддержки предпринимательства завершается прием заявок на участие в программе. Ранее этот акселератор назывался «Социальное проектирование». В нем преимущественно участвовали предприниматели социальной направленности. В этом году перечень участников и видов деятельности значительно шире, то есть любые виды деятельности могут принять участие. Принять участие в акселераторе могут как действующие, так и будущие предприниматели, а также самозанятые. Все они пройдут обучение, получат навыки в сфере предпринимательства, смогут разработать свою уникальную бизнес-идею и защитить свой проект перед конкурсной комиссией. Масса полезной информации, которая будет дана участникам этой программы, от федеральных спикеров. Росатом есть возможность привлекать действительно специалистов своего дела. Обучение будет проходить как офлайн у нас в Центре поддержки предпринимательства, так и онлайн. Это несколько сессий, которые завершатся защитой проекта, как для предпринимателей, так и для самозанятых. Победители получат поддержку от Союза «Атомные города» на развитие своего бизнеса. Заявки на участие в акселераторе принимаются по телефонам 99-264-99-263 до 24 апреля включительно. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.